Таразе состоялась презентация спектакля «Тамирис». Игра основана на культовом романе Булата Жандарбекова. Грандиозное перевоплощение актеров и неповторимый режиссерский почерк дал зрителю окунуться с головой в историю древнейшей цивилизации саков. На увлекательном спектакле побывали и наши корреспонденты. Спектакль, который состоит из двух частей, рассказывает об истории королевы саков Томирис. В истории тюркских народов выдающиеся женщины играли немаловажную роль. Нет ни малейших причин в том, чтобы сомневаться в рассказе Геродота о царице массагетов Томирис, которая победила завоевателя Азии персидского императора, самого Кира. Образ очень глубокий, достался мне тяжело. Пришлось перелопатить горы литературы, много читать, чтобы постигнуть образ великой Томирис. Спектакль о том, как на плечи смелой сакской женщины легло тяжкое бремя войны. Судьба народа, годы упорной борьбы за единство закалили ее, и началось перерождение Томирис из молодой женщины в великую царицу. Это и есть сегодняшний образ казахского народа. Противостояв внешним и внутренним угрозам, она сумела сохранить то единство, которого добивалась всю свою жизнь. Она осталась в истории. Спектакль до Кургармс. Мне очень понравился спектакль. Сложная историческая тема донесена до зрителя простым, доступным языком. Режиссер-постановщик спектакля Дина Жумабекова смогла достойно перенести на сцену историческое полотно, которое тронуло зрительские сердца. Жамбылцы смогли увидеть грандиозное перевоплощение актеров театра и по достоинству оценить образ дочери бескрайних степей казахского народа. Кулеш Умурзакова, Дильбек Самаликов, 77 News.